ангелы, дорогие именинники. Конечно, самый частый именинник – это Иван. Иван и сегодня именинник. Сколько в мире есть этих чудных Джонов, Йоганов и Иоаннов? Настолько много интересных людей с этим именем, что зачастую к имени добавлялись различные прозвища, соответствующие жизни святых. Вот, например, есть Иван – Креститель, есть Иван – Златоуст, есть Иоанн – Лествичник. Есть грозный царь Иоанн Грозный, Васильевич IV. И сегодня Иоанн имеет свою приставку, свой эпитет. Это Иоанн Милостивый, патриарх Александрийский. Святой Иоанн до патриаршества был женат, имел детей. Когда он овдовел, то стал иноком. Был боголюбец, постник и братолюбец. Тогда же освободилась Александрийская кафедра, его упросили взойти на нее и управлять этой древней и чудной патриаршей кафедрой. Он согласился и стал воистину удивительным патриархом. Имя Милостивый было дано ему народом, любившим патриарха за его доброе сердце. Первым делом своего патриаршества было для Иоанна следующее. Он пересчитал всех нищих, которые были в Александрии. Их набралось до 7000, и они все получали еду и питье ежедневно за счет патриаршей казны на его дворе. В среду и пятницу, каждую неделю, святой Иоанн с утра садился у паперти храма соборного и принимал всех просящих, разбирал жалобы, советовал, утешал, плакал вместе со скорбящими людьми, молился за людей, раздавал милостыни. Тот день, когда он не сделал ничего доброго, никому ничего не дал, Иоанн оплакивал, как день погибший безвозвратно и даром прожитый. Несколько раз в месяц он посещал больницы и богадельни, совершая там божественную литургию и утешая неисцелимо страждущих. Однажды был случай, когда человек, постоянно переодеваясь, просил у него милостыню. Иоанн дал сначала ему 12 серебряных монет. Тот, оббежав целый квартал, пришел к нему еще раз, одев другую одежду, и опять он ему дал. На третий раз опять он хотел ему дать. Слуги зароптали, говорили: «Святейший, этот человек обманщик, он одевается в другие одежды и просит опять деньги». «Не Христос ли меня искушает?» – сказал Иоанн и дал деньги человеку еще раз. Однажды купец попал в беду, кораблекрушение уничтожило весь его товар, и Иоанн дал ему наперед взаймы целый корабль с пшеницей за счет патриархии. Тот поехал, совершил удачное плавание, прибылью торговал и вернул долг, который дал ему святейший. Таких дел добра и милосердия у Иоанна было множество. Когда смертный час для него приблизился, ангел Божий явился ему со словами: «Царь царей зовет тебя». Иоанн взошел на корабль и поплыл на остров Кипр. Там суждено было ему разлучиться душой от тела, там он закончил свой земной путь. Мы поздравляем сегодня вас, дорогие Иоанны, с днем вашего ангела и желаем, чтобы и к вашему имени добавлялись прозвища, но всегда и непременно только хорошие, зависящие от вашего доброго жития и рождающие в окружающих людях добрые к вам чувства. А кроме Ивана, мы сегодня поздравляем еще с днем ангела Нила. С днем ангела, дорогие именинники. Радуйтесь. Имена ваши написаны на небесах.